Пятница, 4 октября. Присел пониже на коленки, чтобы видеть голубей. Сделали для них корыто, потому что в одной этой, вот это висят все мешки прикрытые твердой бумагой. Вот они расколупают ее. Вот это все раздолбили. И мешки, оттуда пшеница течет, и внизу едят сами. Вот голуби какие умные. Вот они, голуби мои. А это надо мной клюет. Вот, прямо надо мной топчется. На улицу не выпускаю, запертые там ястребы. Прямо тут же стоишь, они хватают. Мясо-то хорошее. Ну, могу голубя маленько дать. Это пустые у меня бутылки. Это с водой. Всего 14 бутылок, кажется, по 5 литров. Ну да, 12-13. Угу. Сейчас я голубям тут дам поесть, они слетят и видно будет. Гули. Да мои гули хорошие. Да замечательные гули. Вот тут надо насыпать. Кажется. Некоторые не могут даже залетать, видать. Это кроме того, что тут еще сделали корыто вчера длинное. Сейчас я замерю, чтобы представление имели. Это я на дощечку сыплю. И они сейчас скидывают сюда все. Вот они едят тут. И разделил пополам это корыто, потому что они дерутся, и высокое, высокое темновато там. Ничего, нужда заставит. А вы чуялись. Сколько сейчас замерю? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 145 сантиметров. Вот тут пшеница. Сейчас я отхожу, чтобы видно было, как они будут питаться. А то у меня тут специальное сиденье. Ну не видать, плохо темно. Вот я им насыпал, а сам встану здесь рядом. Постоянно дерутся за пищу, за место.
Это залез тут глина, песок и соль. Вот этот всех обижал, а сейчас скорчужился. Вчера не дали поесть, видать, ему. И все, один день он готов. Это уже не желез. А к зиме идет такой отбор. Это он гонит голубку, гонит на гнездо. Это голубь самец, самочка повыше сидит, голубка. Все, вот этот голубь уже, голубенок молодой, всех бил. Вчера, видать, его где-то победили, не допускает до еды, и он кончается. Молоденький, хороший. Хороший у него гребешок. Почему, непонятно. Этот ящик вчера мы сбили, вот он какой, и повесили. Да, длинный, да, высокий, они как пшеницу носом раскидают, а так нет, нужно заставить туда залезть. Они уже вчера ели, а там тазик открытый. Но больше всего им нравится, когда на пол насыпаю. Вот доска, но без меня никто не будет сыпать, и некоторые привыкли. И могут не залететь туда. Это тоже отсеется. Дикари. Два, но оба с шиенщиками. А те за воду дерутся. Маленьких отгоняют. Сегодня у нас уже 4 октября 2017 года. Погнал. Непрерывно гоняет ее, пока она не сядет на гнездо. Притом долбит. Ну, видно, не очень. Это вот такое ухаживание считается. Живут как голубь с голубкой. Не приведи это нас Господь, жить как голубь с голубкой. Он только толчками. Ухаживание его только тогда, когда она его себе допускает. Это про тебя говорю я. Какой герой. Вот, а он за ней сразу ревнует. Какие на ногах у него. Я их обстригаю.